Подходи, народ, покупай помидоры, красивые помидоры, не помидоры, а арбузы, слушай. Алло, сам да, милая, что ты хотела-то? Какие помидоры, я не понимаю. Слушай, у меня дела, я не могу сейчас, я спешу. Помидоры, так, не кричи, я прошу тебя. Да, иди, так, не, да, так, все, не кричи. О, так, все, есть у меня помидорчики, товар. Да, все, я тебе куплю, какая, да. Так, у меня вторая линия сейчас, я не могу сейчас, да. Добрый день. Добрый сделайте день. Мне килограммчик помидор. Килограммчик. Алло, Василий Васильевич, да, добрый день. Сейчас сделаем. Поднимаем Алло. Цены, да, да. На всю продукцию поднимаем. Да. На 100% слышу. Поднимаем на 100%? Все цены, Василий Васильевич. Обязательно, да. Понял, значит, дорогой. Не возьмут. Возьмут, куда же они денутся-то? Красота. Хорошо, вот да. Вот твой килограммчик, спасибо. Дорогой. Одну секунду, Василий. Держи, мой хороший. Да, у меня жена на линии сейчас. Алло, да, милая, что ты хотела-то? А, извини, что, дорогой, да, еще 5 баксов, дорогой. Подожди, как... Какие еще 5 баксов? 5 баксов. Я не понимаю, что вы здесь мухлюете? Где было 5 долларов, так, стало 10 долларов. Это безобразие, долларов. Полное безобразие. Цены да, растут, милая? Дорогой, что ты хотела? Я взял, площадь. Как 2 килограмма? Я только что килограмм. Меня задерживали. Сделайте мне еще 1 килограмм. Еще скажи, 1 килограмм. Слушай, так, не все, сам у меня как вторая персик. Линия сейчас с Василием Васильевичем. Молодец. Алло, Василий Васильевич. Алло. Что вы хотели? Да. Поднять цены? Так я и сказал поднять. Кто сказал на 100%? На 200% поднять, Василий Васильевич. На 200%? Конечно, понял, еще дорогой. Бы. Возьмут. Никуда не денутся.